Сразу после панорамы о равенстве мужчин и женщин в обществе, бизнесе и на кухне. Кто главный в доме? И где грань между простой ссорой и насилием? Точка зрения на гендерные вопросы. Гость программы Елена Касько, зампредставителя фонда ООН в области народонаселения в Беларуси. Рожденные равными. И такие разные. Ребенок у меня до сих пор боится каких-то звуков. Меня спрашивают: мама, а что это? Подставить щеку, когда поднимают руку? Не каждая женщина обратится в милицию. Куда бежать, когда враг в доме хозяин? Она видела, что он может быть другим. Остановить насилие. Точка зрения с Викторией Сенкевич. В субботу после панорамы.